Приветствую зрителей моего канала. Меня зовут Александр. И в этот раз познакомимся с электрическими звонками, которые находятся у меня, которые представлены на рынке Беларуси. Этот музыкальный электрический дверной звонок устанавливается в наши дни в новостройках города Минска и, возможно, в других городах Беларуси. Это вариант бюджетного дверного звонка, собранного в корпусе пожарного извещателя. Там, где должен находиться датчик задымленности, устанавливается кнопочный выключатель для обесточивания звонка. Питание используется здесь сетевое, переменное 220 вольт, которое через замкнутые контакты кнопки, размещаемые, как правило, за входной дверью, в данном случае у меня и нет, просто два контакта. Это питание подается на монтажную плату. Отмечу, что это вариант музыкального звонка, то есть в качестве вызывного сигнала используется одна запрограммированная полифоническая мелодия. В моем звонке такая. А вообще варианты бывают разные. Как вы заметили, при пропадании питания воспроизведение мелодии прекращается. То есть мелодия одна, которая в скором времени приедается, наскучит. Крепится звонок на стене, на потолке следующим образом. Сначала крепится такая платформа, в которую вставляется сам звонок, корпус звонка, и фиксируется. Здесь его параметры. Зароблено в Беларуси звонок электровызывной мелодии. ГОСТ, питание 220 вольт. Применяется только с кнопкой 250 вольт. И здесь находится такая плата и небольшой динамик. Кнопка была у меня сломанная, пришлось ее восстанавливать. Несколько элементов всего лишь. Это выпрямитель. Плата представляет себя следующий вид. А я решил заменить этот дверной звонок. Другой причиной этому, как я уже показывал, явилась и поломка кнопочного выключателя. Хоть я его починил, но основной, наверное, было все-таки эта мелодия «День Победы», которая играет независимо от праздника, даже в Новый год. И я решил прикупить такой звонок. Не буду говорить за Россию, но в настоящее время даже в столице белорусского государства представлен очень скудный набор дверных электрических звонков, которые питаются от сети переменного тока 220 вольт. В настоящее время пошла тенденция электрических звонков с беспроводной кнопкой, при этом и сам звонок, и кнопка питаются от батареек. Удобство в том, что можно разместить звонок и кнопку в любом месте, и для их монтажа не требуется штробить стены для прокладки проводов. Отмечу также плюсом и то, что, как правило, эти звонки с широким выбором мелодий. Минус один и довольно жирный – это малый срок работы от одной батареи питания. Я приобрел на рынке Минска электромеханический дверной звонок с питанием от сети переменного напряжения 220 вольт компании «Электростандарт». Модель DBQ15M. У нас на рынке она представлена в белом, сером и черном цветах. На упаковке указаны габариты, какие-то технические параметры этого звонка. Связь с кнопкой по проводам. Есть также официальный сайт данной компании электростандарт.ру, головной офис которого находится в Москве. Ссылка будет в описании. И также ссылка будет на этот самый дверной электромеханический звонок на официальном сайте. Так, вскрываем, посмотрим комплект. Приобрел я его за 25 белорусских рублей, что соответствует около 13 долларов США. В комплекте, видите, при потрясывании уже звучит мелодия. Упакован довольно-таки плотно в пупырку. Итак, в комплекте механическая кнопка, симпатичная, и сам электромеханический звонок. Имеется также паспорт и крепежные элементы. Паспорт у нас с иллюстрациями, есть два варианта подключения. И рассмотрим поближе сам звонок. Белый пластиковый корпус. Провода довольно-таки длинные, удобные. Здесь наклейка, стикер со спецификацией. И есть позиция для крепления звонка. Рассмотрим звонок изнутри. Здесь имеются две защелки на корпусе. Крышка легко вскрывается. И такая схема звонка.
Значит, звук воспроизводит вот эти две пластины. Как видите, они имеют разное звучание. И вот такой электромагнит, который бьет то в одну пластину, то в другую при подаче напряжения. То есть нажали на кнопку, примагнитило, ударил по этому, отпустили, ударил по этому. Сюда вот подается напряжение 220 вольт. Диодный мост выпрямитель подает это напряжение и фильтрующие элементы уже на электромагнит. Для монтажа самой кнопки звонка необходимо отщелкнуть 4 защелки по краям, изъять вот эту вот тыльную сторону платформу, закрепить ее на стене. Здесь вот такой вот выключатель. И пара контактов для проводов. Сюда подключаем провода, которые идут на звонок. Итак, я собрал схему, подключил питание 220 вольт, нажимаю на кнопку звонка. Этот товар приобрел я у себя в городе. Его обзор ищите в плейлисте «Беларусь BY» на моем канале. Подписываемся на канал, оцениваем видео лайками и дизлайками. На этом с вами прощаюсь. Пока, до скорого, увидимся!